Приветствую всех у себя на канале, дамы и господа, у микрофона, как обычно, я Бог, и вы попадаете на мой новый видеоролик по проекту Easy Drop. У меня на балансе, ребята, 200 тысяч монет, и сразу же вам скажу, что данный ролик снят исключительно в развлекательных целях, и вас тем более ни к чему не призывает. Ссылок в описании никаких не оставляю. Но как только это видео набирает 1000 лайков, я сразу же дропаю для вас новую серию, поэтому не теряйте больше ни минутки, ставьте этому ролику лайки, и, конечно же, 3 лучших победителя из моего прошлого видеоролика прямо сейчас у вас на глазах. Но если именно ты хочешь попасть в мой новый видеоролик, достаточно просто спуститься в комментарии и оставить свой отзыв. Возможно, именно ты попадешь в мой новый видос. Тебе, дружище, я желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Ну а мы начинаем. Let's go. Начинаем мы, конечно же, сразу же с боевого пропуска. Сегодня у нас, ребята, какое? 10 августа. Не знаю, когда этот ролик выходит, но тем не менее, вот мы немножко уровни уже полутали, с них вывели несколько лимонов. И сразу хочу отметить, что вот еще осталось апнуть нам 3 уровня. Но это будут самые жесткие уровни, которые вы когда-либо проходили вместе со мной. Я уже проходил этот боевой пропуск, у меня уже есть четкое понимание, как это все дело работает, что можно открывать и в каких случаях нужно выводить. Смотрите, сегодня мы, скорее всего, апнем 98 уровень, хотя это на самом деле не точно, апнуть нужно много. И нужно быть к этому в любом случае готовы. 54 тысячи, давайте еще 10 откроем. Фастом вот так, раз, смотрим, 42, окей, нормально. И пробуем еще. Ну, мы открываем фастиком, потому что это сегодня не самый дорогой кейс, который мы откроем. И будут гораздо дороже и интересней. Поэтому просто продаем вот это все, 180. И, наверное, сразу же, вот просто мимолетно идем в самый дорогой кейс. На соточку буквально его открываем, дергаем, смотрим, что выпадает. И уже будем носить свой царский вердикт, скажем так. Давай, ну бабочка, кстати. Ну вот, тычки очень дешево, бабочка неплохо. Можно даже вот так дернуть на 200. 1150 баланс минимум будет, я думаю, примерно. Ну, или лучше что-нибудь, да, выпадет. Ну нет, я думаю, наверное, не так уж и хорошо это все. 150, 60, осталось сотка, 370 тысяч. Вот так вот и бывает. 40, 120, смотри, да, как быстро. 209, мы почти уровень апнули. Мы, ребята, все это делаем зачем? У нас есть цель четкая, апнуть уровень. Давай, давай, вот уже 350к, ну давай до 500 дойдем. Всеми за и против, я не знаю, что-нибудь. Ох, блядь. Драгонлор, прикинь, драгонлор реально. Охренеть. Слушай, ну драгонлор это больше, чем просто скин. Это как будто реликвия целая, знаешь. Как будто вот это самый редкий скин в мире. Хот-рот, кстати, тоже вкусняшки. 280 нам выпало. Ну как будто бы очень хочется забрать АВП драгонлор. Но и как будто бы также хочется одним из первых второй раз подряд пройти боевой пропуск на зидропе. А вот это, кстати, все равно до хрена. Да, это 303 тысячи. Нам буквально 120 тысяч не хватает для того, чтобы 50, ой, 10 кейсов подряд открыть. Ну и походу не хватит, да, говна выпало много. Мы потерпим, мидзироп. Уровень 98, апнут. В целом так-то цели-то, ребята, у нас выполняются. 230, отлично. 124, давай что-нибудь прям... О, 320, ребята, просто я этот кейс, я не знаю, я из него выбиваю все, что можно и все, что нельзя. Давайте, конечно же, перейдем уже в дорогой кейс, в какой-нибудь вот интересный вот такой, и откроем его на 270 косарей. По сути, все, что у нас есть, 98 уровень уже начал апаться потихоньку, 2 уровня осталось, 2 уровня, ну, в принципе, это возможно апнуть, я в это верю, 470. Просто как же дает сегодня Easy Drop, как же реально сегодня он сыпет. У нас там Делор лежит, на секундочку, ребята, Делор это очень вкусный, вкусный предмет. Вот тут-то мы, да, и остановимся. 360, ну и тут, да не слабо, мы открываем. 45 на балике, у нас 4 кейса по 90 косарей топовых. И вот, ну все, походу, Драгонлор. Блин, а, это 500 тысяч, подожди. Нормально все выпало, 150, 100, 100, 514. Еще 450, 200, 140, 130. Еще, ну мы в плюсе, смотри, 617. 450, 470, 450. Оф, вот тут, конечно, мы не в плюсе. 100, 100, 330, отлично. 450, 100. Оф, блин, ну жить. Изи дроп. Смотри, зато уровень апается. Ой-ой-ой, 700 тысяч гунгнир. Ой-ой-ой, больше ляма у нас сейчас в инвенте лежит, ребята. Больше лимона. И тут уже надо думать, а надо ли нам вообще
это все дело продавать-то? Или, может быть, и вывести уже можно, не? Как будто бы и вывести уже можно. 350, хорошо. Что вы думаете? Наверное, да. Но просто еще, видите, два уровня апнуть. Я, ну, как бы это... Хотелось бы. Медуза и нож убийства бабочка. Интерес, просто вот... Интересно. 270. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, походу... Слушай, а я реально поступлю так по-умному. Я думаю, что вы меня в этом, ребята, полностью поддержите. Потому что, ну, реально глупо же. Вот каждый раз я вот об это ударяюсь, что я продаю топовые скины, а потом жалею. Поэтому да, просто заберем сегодня их. Да и все. Ножик с лезвием крюком сажа у нас. И МП7 черепа. Все не так радужно, как до этого. Семерик. Двушечка. На 8 косарей можно аккуратненько тайного дернуть. 4 тратим, получаем 4200. А профитно, профитно. Минус 800. И аккуратно, таким легким движением руки, походу, сливаем, ребята, весь баланс. Ну, а нам в Сочи. Нам в Сочи жарко и не обидно, так сказать. У нас там все хорошо в инвенте лежит, ребята. Тут уже не сомневайтесь, 4000 кейс. Вот, вот такой. Мы еще боевой пропуск сейчас заберем через какое-то время. Но я думаю, так рано или поздно мы-то апнем, наконец-то, сотый уровень. И будет нам счастье. 900, кстати, пойдет. 400 пойдет жить. 4, 3 четверки. Символично, символично. 0 рублей, кстати. Еще 0. Что за халява? Это все боевые пропуски. Нормально. Теперь вот так вот, смотри, на 800. А мамыч. Вот так вот. Тап-тапыч. Хомяка тапать, ребят, не забывайте. Тап-тап-тап-тап-тап. Но я так скажу. Ролик отличный. 0. 0. А, и это просто, ну, я не знаю, 1 200 000. Мы сегодня забираем самые два моих любимых, самые два топовых ВП, которые только придумал Белый Свет. Это АВП Драгонлор за 516 050. И, конечно же, АВП Гунгнир за 690 000. Топовые скины. Кстати, отмечу, что даже не самого топового качества. Но я думаю, это никого не волнует и не расстраивает. Мы играли на Изидропе, ребята. Это один из лучших сайтов по открытию кейсов, который реально такие скины может выдавать. Я не знаю, верьте, не верьте, но тем не менее, люди выводят. Все окей у них, все отлично. Микрофоновый бог, подписывайтесь на канал. Пока.